Приветствую всех на канале Кузовного ремонта. Меня зовут Владимир, и в сегодняшнем ролике будем красить зеленый цвет переходом. Как просил подписчик показать, у него была проблема какая-то с зеленым цветом. Я сейчас покажу, как это делается. Ford Fiesta, зеленый противный цвет. Переход будет, конечно, к двери почти в стык подойдет. В принципе, пыль ляжет так хорошо, что будет в стык. Но переход сам будет вот в этой зоне идти. А грунт готовил я сам, замотован сначала 800-кой мокрой на бруске, потом скотч-брайтом с матирующей пастой. Скотч-брайтом разработано все, что будет лакироваться. И переход от руки 2,5 прошел. И здесь зона перехода, где краска будет, тоже 2,5 прошел. Делается это для того, чтобы зерно не ложилось в риску, потому что, возможно, на светлом серебре, допустим, кто делает переходы, видно, если 800-ку, к примеру, оставить и не тереть ее больше ничем, то зерно ляжет в риску. Если прилипнет хорошо и не вытереть зерно оттуда, то будет такой видный, противные риски, такие риски из зерен. Поэтому перетираем все более мелким наждаком. В принципе, и тысячки было бы достаточно, но тут ее просто нет. И все готово к покраске. Работали сегодня в камере, вот это очень. Здесь только у меня шкафы много нет. Пистолет 2 повода оборота, давление 2,2, бакер максимальный. И сейчас буду чуть-чуть отойду от своей зоны при этом давлении технологии и провода, что сначала большая зона, потом уходит на меньшую. Я начну с меньшего, чтобы закрыть только грунт, но после каждого слоя буду все идеально вытирать и просмотреть. Потому что есть шанс, что тепло, я не знаю, сухая пыль, которая вот первого слоя была, если ее не стереть и сверху наложить больше слоя, то возможно она все лучше. Ну это в теории где-то так и есть. Поэтому мы убираем всю сухую салфеткой и наносить уже на больше слоя салфетка. Только из-за того, что это противный какой-то цвет со слинными зернами. Но это черное, белое, даже серебровое слоя, я бы сделал больше сначала, потом уходил на меньше. Проблема в том, что видно разница в цвете, но в целом в том, что пыль, которая видна сегодня, не перебила, она стоит зерно своим ребром. Поэтому цвет, само собой, получается другой. Это все будет это вытирать. Вот, собственно, весь секрет. Продолжаем. Настройки пистолета все держит. Теперь уже более плохо. Более плохо, я уже чуть-чуть поднимаюсь выше. Покажу чуть-чуть. Хочу еще одну штучку показать интересную. Это лампа древности. Проверки цвета, возможно, цветов сверять при этом. Напор делаешь, выкраски смотришь. И вот здесь кажется, в принципе, просто так, с расстояния смотреть, что уже все перекрыто. Ну, видно, когда присматриваешь, ты видишь, что есть места, которые еще светятся. Но лампа в этом случае, включаешь ее, все прекрасно видно. Как зерно лежит, где грунт еще светится. Все прекрасно видно. Видно, что вот это сухое зерно. Оно лежит сейчас светом, даже сейчас светится. А покроешь светолаком, оно прямо такое будет ореолом. Свет. Поэтому опять легко светится. Вторая.
салфетка. Когда это липкая салфетка, первый набор. Говно. Потому что оставляет после себя такие жирные, ну не жирные, это восковая липкая салфетка, такие как проплешины восковые. Но в принципе не страшно, но противно смотрится. Не знаю, других салфеток я такого не замечал. Просит, она работает, мне нравится, всегда не пользовался, очень много. В принципе, красиво. Да, теперь я уже, конечно, подошел к плотно. Но, блин, на таком расстоянии сделать переход, в принципе, нереально. Был бы это черный цвет, еще можно было факелом так слегка цеплять, и спит не подходить. Но это светлый, один цвет, поэтому только так. Кстати, давай посмотрим, главное, через... Все, это цвет был последний. Ничего не светится. Так, ну добро. Мы все это прошла. Собираем. Теперь уже со всей поверхности. Со всей поверхности одно. Это настройки оставил те же, два полных оборота, факел на полную, увеличил только давление до 2,7. Все. Расклеил, чтобы посмотреть, что получилось. В принципе, видно, что зерно вверху есть, кое-какое там блестит не так, как хотелось бы, но в принципе получилось более-менее даже и хорошо. Никакого жуткого ореола, как там бывают случаи, что действительно, когда зерно, если не вытирать, будет очень-очень сильный ореол. Мусорок есть, конечно. Все-таки не в камере красилось, но я думал, что будет больше. В принципе, так довольно-таки умеренно. Так, это тот бампер, который я вчера делал. Просили показать меня. Потом там надрывы, не надрывы. Ничего нигде не порвало. Все довольно-таки удачно получилось. Эксперимент, так сказать, удался. В принципе, все, что я хотел показать. Если было видео полезным, информативным, ставим пальцы вверх, подписываемся на новые видео, вопросы задаем в личку или в комментарии. Желаю всем удачи!